Под звуки русских народных песен ульяновцы запаслись вкусными и качественными продуктами. Губернаторская ярмарка состоялась в минувшую субботу. Местные производители приехали в Засвияжье на 300 машинах, чтобы порадовать горожан свежими овощами, мясом и молочной продукцией. Такое количество, обильное количество качественных продуктов, экологически чистых продуктов, соответственно, по доступным ценам. Еще раз повторяю, что Министерство сельского хозяйства настоятельно рекомендует по продаже на ярмарках устанавливать цены ниже рыночных, скажем так, в розничных магазинах на 15-20%. Дешевле. Сухие цифры статистики еще раз подтверждают доверие ульяновцев к областным аграриям. За один день фермеры заработали 9 миллионов рублей. 18 тысяч горожан поддержали местных производителей, купив все самое необходимое к столу и на зимние заготовки. Осенний фестиваль фермерской продукции только начался. Следующие ярмарки пройдут в Новоульяновске и Чердаклинском районе 29 сентября. Виктория Чиркова, новости Ульяновской правды.